Йоу, what's up, homies? Добро пожаловать на новый выпуск FIFA. Господи, когда последний раз мы это с вами делали? Сегодня мы возвращаемся с карьерой за Арсенал. Я обещал себе, что я закончу эту дичь, поэтому я ее закончу хотя бы до FIFA 21. Что нам нужно сделать в этом эпизоде и что Худ Венгер, в принципе, хочет сделать? Это подписать, нам надо обязательно подписать защитника, потому что у нас есть огромная дыра, особенно учитывая то, что у нас холдинг, короче, подъехал. Но в прошлом эпизоде мы подписали Хаверса, мы подписали Мбаппе, мы взяли Рэмзи в аренду из Юве. И что, в принципе? Мы ждем, пока Мартинелли вернется с травмы, и Мартинелли у нас будет очень важным даже звеном в нашем составе. Лукас Хернандес, вот тоже очень хороший игрок, мы за него спросим. Что-то как. Они купили себе коронавирусника, в смысле Даниэля Ругани. Далее по списку мы идем. Мы идем в серию А и мы идем в Интер. Потому что Интер имеет при себе хороших защитников. Фига себе, они купили Кимпембе. У них есть Деври, за которого мы спросим. И я еще Шкринера ищу. А Шкринера, походу, продали, да, они? И он в Манчестер Юнайтед. Hello. Ну, я за него спрошу. Юнайтед продадут нам его, я не знаю. Юнайтед могут все, в принципе. Сейчас от Юнайтед можно ожидать все. Никола Щуля, вы его мне рекомендовали, он уже в Манчестер Сити. Короче, клубы из Манчестера скупают всех защитников, которые мне хотелось бы. Но, я думаю, основным все-таки у нас останется Кулибали. По-моему, Умтити ушел. Или Умтити, как правильно. О, нет, Умтити остался в Барселоне, поэтому давайте, давайте спросим за него. Варан у нас уже имеется в команде. Чисто будет... Чемпионат мира, сборная Франции. Варан, Умтити. Что еще надо для жизни? 157, дядя. Я могу тебе дать 105. Сабмит. 147, ты хочешь за Кулибали? Да иди ты в... Так, ладно, что по Шкринеру? Это я думаю, Деври или Шкринер? Кто из них... Шкринер поатлетичнее будет. Давайте Шкринера. Recently acquired. Fuck you. Ну идешь ты в Ачелла. А, у Джоша Кимич хайлоу. Ага, нет. Кимич тогда у нас отпадает. Мне, конечно, Деври больше сейчас, типа, заходит. Потому что... Короче, травмы может часто получать. Поэтому мне там не нравится. Поэтому давайте Деври. Смотрим, что Интер нам скажет по поводу этого дяди. 72? Нет, дядь, не гони. Давай не 72, давай будем друг друга уважать. И 55, и ты мне сейчас дашь Деври. 67. 62,5, дядь. Окей, 62,5, огонь. Negotiate, давайте подпишем Деврия, и у нас еще деньги останутся на кого-то еще. Мы подписали Деврия в нашу команду, и в принципе защита у нас укомплектована неплохо, потому что у нас еще Беллерин и Александро. Но в принципе можно подписать и моего хоми, супер быстрого Альфонсо Дэвиса на будущего, но пока мы не будем спешить. Так, поиграем дома против Бирмингема, это FA Cup, четвертый раунд. В сезоне номер 2, когда мы попадем в Лигу Чемпионов, а мы туда попадем, мы закупимся еще несколько хорошими, качественными игроками в полузащиту и... Да, в принципе, у нас так команда уже огонь, что я базарю. Так, камон, 5-0, разрыв, Пепе 4 гола положил, нихера себе, вот это дядя, да. Можете заметить, мы на третьем месте сейчас в Премьер-лиге, но мы у нас стоим на 2 очка от Ливерпуля, поэтому Ливерпуль... Держи свое очко при себе, потому что если ты его упустишь, то я не буду продолжать. Но, камон, победа в наших руках. 3-0 победа, Торрера и Пепе еще 2 минуты сейчас будут. Пепе вообще разрывает, блин, жестко фифу, что за хрень? Тупо дядя не знает преград и не знает, как его и кто остановить. I'm proud of you. Симулируем дальше эту дичь. Игра у нас будет против Newcastle United. Newcastle United, по-моему, тоже не в первой десятке находится. Мы играем против них, в принципе, дома. Newcastle как раз на 10 месте. Это значит, что мы против них сыграем. И поэтому готовьте свои пуканы. Хотя я, в принципе, не играл в FIFA уже очень давно. Я даже не знаю, как я сейчас сыграю. Особенно учитывая то, что это Ultimate.
А ультимейт вроде бы повысили. Ху-ху, дядь, ха-ха-ха. Ультимейт 6 минут, камон. Такой вот наш состав. Поехали. Камон, Emirates Stadium. Надо будет на нем когда-то побывать. Я увидел Оксфорда Чемберлена в стартовом составе. What the fuck? Какого хера он делает в Ньюкасле? Ньюкасл, так, Дубравка, мне интересно. У них 5 защитников играют, охереть. Кириан Трипьер, это лицо, которое у меня было похоже. Алекс Оксли Чемберлен тоже у них. И Джонатан и Джолинтон у них в нападении, окей. Будет тяжело против них играть, потому что против 5 защитников, особенно на ультимейт, играть всегда не очень приятно. Камон. Я готов разносить кибетон. Надеюсь, будет не так уж и сложно. Потому что я давно не делал, не нажимал кнопочки в FIFA. 12 seconds later. Пепс. Пепс! Офигенное начало. Великолепно начал. 12 seconds later. Нема. Come on. Fuck sakes, come on, блин. Да, 10 минут прошло. Горим 2. What? Мбаппе. Мбаппе. Не туда вообще, капец. Хаверцу хотел. Фак. Охереть, что это за дичь? Ультимейт, расслабь вылки, алло. Гребаные 5 защитников. Come on, come on, come on, come on. Возможность для контратаки. Хаверц, Хаверц, Хаверц. Та ёпта! Хаверц, Хаверц. А, Турера, давай сам. Фак ё! Вон Пепе. Пепс. Хаверц, Хаверц, Хаверц. Херяч. Камон! 2-1. Мы еще тут, а! Мы никуда не уходили. Контратака. Камон, 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 камон. На Санчо. Давай, 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 давай. Санчо тут один по флангу. Никто его тут не словит. Не-не-не, домой. Домой, 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 домой. Камон, смотри, 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 смотри. Ааа, Баппе был один. Кого я вижу? Торрера. Торрера. Ну, пробей мяч, прими. Сейчас нас в итоге на контратаке же словят. Офсайд? Yeah, it's very easy to build a case for those two teams to make that game a real cracker. You should be tuning in. Охереть, что это было? Они в пляжный... Ёпта, они в пляжный футбол играют. Что за хрень, Ньюкасл, алло? Да ладно, блин, что это такое? Ультимейт точно, блин, подняли по сложности. Короче, после ужасного матча против Ньюкасл Юнайтед я сажу нахер на лавку всех, кроме Санчо, Варана и Деврия из основного состава и Лены. Так что у нас Мартинелли вернулся с травмы, поэтому в стартовом составе играет нападающего. Сака, Азил, Санчо, Чемберс, Гендузи, Мейтленд Найлс, Варан, Деври, Тирни и Лена.
Игра против Шахтера, надеюсь, это мы не просрем. Надеюсь, Шахтеру мы не проиграем. Габи и Мартинелли у нас в стартовом составе, который растет просто нереально. Надеюсь, сейчас мы выйдем, и я со злости тупо сейчас буду разносить, со злости. Я очень злой сейчас. Сейчас будет жопа. 12 seconds later. А! Эй, педаль, 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 алло, хорош! Матвиенко на мне свалил. Габи Мартинелли. Камон, изи катка. Габи Мартинелли забивает, и это 1-1. Ху, слава тебе, Господи. Вы, гол на выезде нам очень сейчас надо был, блин. Особенно после того старта, блин, дебильного. Ну, типа, вернулся с травмы и сразу разносить кибитку. Это я понимаю, машина. Еще придется Санчо садить на лавочку, или Пепе, или Мбаппе. Азил, перехват, хорош. Что они с Ultimate сделали? Ultimate, блин, на приколясах только играет. Не, ну вы орете. Я выношу мяч, он тупо ему идеально в ноги Варан вынес мяч. Ну вы что, орете? Это FIFA, давай не исполняй. Чемберс, хорош. Сака, хорош. Эй, алло. Шо? Кому? Ну кому, блин? Ну перед тобой стоит Санчо, блин. Ну кому ты даешь пас? Ну ёпта. Опять, блин, Гендузи хотел пас дать. А, блять, ну это пиздец, нахуй. У меня так горит, и я так никогда в жизни не горело, блядь. By no means on his own here. It's got to be.